постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришел. Как-то раз прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли туда, и стар, и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей! Алешенька! Сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчится сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей просили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И в атаку снова он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей! Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей! Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все казалось, вот-вот опять в окно. Посреди тревожной тишины постучится
сын ее свой.